Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И да, ребят, моя собака Софи выздоровела, и она снова с нами. А я сегодня буду впервые в жизни мыть котенка, нашу кису Алису, в ванне. Я никогда не мыла котиков, да и киса Алиса не знает, что это такое, так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео, и мы начинаем. Один раз в жизни я мыла Алису, когда только спасла ее из канализации, поэтому это не считается. Она тогда была совсем маленькая и в таком шоке, что ничего не понимала. Когда я ее лечила, я капала масло ей в ушки, да и вообще она котенок и постоянно где-нибудь возится и пачкается, поэтому точно пора уже ее помыть. Но до того, как мы начнем, ребят, я хочу сообщить вам важную новогоднюю новость. Вы все знаете, что я постоянно занимаюсь помощью бездомным животным. Езжу в приюты, отвожу еду и подарки. Вот Алиске очень повезло, кто-то выбросил ее в канализацию, но Новый год она будет встречать дома, в семье, в уюте и в тепле, как и ваши питомцы. И я решила предложить вам поучаствовать вместе со мной в доброй акции. Помните проект «Добрая лапа» от зоомагазина «4 лапы», когда в августе была оказана большая помощь 20 приютам в разных городах? Тогда в приюты отправили 14 тонн сухого корма. Я вам рассказывала про эту акцию. Так вот, с 1 по 31 декабря в зоомагазинах 4 лапы в рамках проекта «Добрая лапа» снова проходит благотворительная акция «Дари добро на Рождество», и каждый из вас может стать волшебником. Суть в том, что 20 рублей с каждой упаковки купленного корма Абба, Грандин, Велки, Смилфилд будут перечислены в поддержку приютов и фондов для бездомных животных. Наверняка кто-нибудь из вас кормит своего питомца одним из этих кормов. Я лично вообще решила купить эти корма на Новый год, отвезти в приют, а деньги с моей покупки, получается, тоже пойдут на помощь. Это же здорово! Купить корма этих марок в поддержку бездомных животных вы можете в любом зоомагазине 4 лапы или даже не выходя из дома, через интернет-магазин. Участники акции «Центр Юна», «Приют Муркоша», благотворительные фонды «Собаки, которые любят» и Ника. Ссылку на страничку 4 лапы, где будут перечислены все акционные корма, я, как всегда, оставляю в описании к этому видео. И на этом же сайте вы найдете магазин 4 лапы в вашем городе. И еще я дам ссылку на проект «Добрая лапа», где будут публиковаться все отчеты и информация по акции. Давайте вместе сделаем приятно бездомным животным на Рождество. Ну а теперь уже побежали мыть кису Алису. Помните этот лайфхак с кругом из нашей проверки лайфхаков? Перед тем, как купаться, не забудьте расчесать вашего котика. Я вот Алиску расчесываю. А длинношерстных котиков говорят, лучше вычесывать 3-4 дня подряд до купания. А на моем канале Animagic сегодня то, что вы так очень долго просили, факты о моем теле. Вы там узнаете очень много нового обо мне и, надеюсь, не разочаруетесь. В общем, ссылочка будет в описании, потом посмотрите. Так, Софиша с Юмичу пришли сопровождать Алису. Большинство котиков, конечно, не особо любят купаться, и если собака просто терпит, то кошка может начать вырываться очень и может даже поцарапаться, поэтому лучше убрать из ванной все лишние предметы, как я сделала, за которые Алиска сможет цепляться. В квартире все окна закрыть, чтобы сквозняка не было, чтобы было тепло, и в ванне лучше закрыть дверь, чтобы кошечка мокрой не сбежала. Заранее подготовить специальный кошачий шампунь и пару полотенец. На дно ванны я положила махровое полотенце, можно положить силиконовый коврик. Некоторые рекомендуют мыть котика в раковине или тазики, но мы будем делать это в ванной. За 3-4 часа до купания котика кормить нельзя. Ну а теперь, ребята, нужно настроить напор воды и температуру. Считается, что водичка не должна быть больше 35-40 градусов. Короче, должна быть приятно тепленькой. Лучше не мыть котиков, да и собачек вообще слишком часто. Смотрите там по загрязнению. Помните, я говорила, что водичку собачкам нужно наполнять постепенно и лучше душем. И ни в коем случае сразу не погружать собаку в воду, потому что она нервничает еще больше. А потом уже, когда собака в ванне, наполнить полностью, и можно даже дать поплавать. А вот если котик купаться не любит, лучше ванну не набирать, а налить слегка и пользоваться тоже лучше душем. Все, водичку настроили, все хорошо, Алиса, держись. Тихо, тихо, спокойно. В тазик хочешь? Давай в тазик. Давай в тазик, в тазике тебе больше понравится. Вот, да, в тазике лучше. Вот, молодец. Шерсть нужно очень хорошо намочить, но следить, чтобы водичка не попадала в уши, нос и глазки, как и собачкам. Вот молодец. Вот молодец, Алиса. Я возьму немного шампуня заранее на ладошку и начну аккуратненько его по шерстке распределять, распенивать. Сейчас мы помоемся, помылимся, все местечки хорошенько протрем. Массаж сейчас будет, массаж. Кто это к нам пришел? Софи запрыгнула к нам. Софиш, вода же льется. Сейчас промокнешь, мне и тебя вытирать придется.
Софи, как всегда. Тихо, Алис, тихо, все хорошо. Не нервничай, видишь, Софиша пришла тебя поддержать. Кстати, ребят, у нас выпал снег, и если вы хотите очередной какой-нибудь наш супер веселый влог, ставьте лайк, и я его сниму. А еще, ребят, давайте все напишут в комментариях что-нибудь новогоднее, чтобы у всех появилось новогоднее настроение. Грудь помою, чуть-чуть, аккуратно. Да, да, тихо, спокойно. Спокойно, Алиса, молодец, Алиса терпит. Алиса терпит, молодец, мытье. И лапы помоем Алисе. И попку Алисе помоем. И хвост помоем. Да, не нравится Алисе. Ты что, Алис, не хочешь быть красивой? Сделать себе красивые фотографии в наш инстаграм? Кто еще там не подписан, а ну-ка. А на наших других каналах Magic Family и Any Magic тоже новые ролики. Я ссылки на них оставлю. Потом посмотрите, когда смотрите это видео эпичное. Стой, если тебе тут нравится, стой тут. Смотри, приятно ведь. Ай, приятно. Давай шею помоем. Вся ведь в масле. Помнишь, как уши капали? Помнишь, как уши капали? Щеки дай аккуратно помою. Да. Лапы чуть-чуть потру. Видишь, Софикша, как тебя поддерживает. Смотрите, какие у нас гольфики белые. Жопка какая. Да? Гольфики, жопка. Все. Софиш, выходи. Софиш, не в тазик выходи. Давай, выходи. Потихонечку. Я спокойно смываю. Не паникуй. Ты что думаешь? Я тоже первый раз кота мою. Давай, Алис, до скрипа шерстки. Молодец. Вот да, держи меня за ручку. Самое главное, это хорошо промыть шерсть водой и полностью все шампуни, остатки удалить. Все. Да, смотри, полотенце. Сейчас будет тепло. Сейчас мы первые вытирания здесь сделаем. Господи, отойдите! Первую часть высушили, самое основное, не убегать, Алиска. И сейчас будем сушиться еще одним полотенцем. Полотенцем нужно обтереть Алиску очень тщательно, чтобы она вся высохла, и потом она не простудилась, и вообще лучше после кошечки быть в каком-нибудь тепле. Кошки не очень любят фен, и лучше им не пользоваться, если только вообще кот его не боится. Но делать это нужно правильно, ведь в фене же горячий воздух, так что если вы не умеете, лучше просто хорошенько вытритесь полотенцем. Че ворчишь? Вон Юмичу тебя как поддерживает. Посмотрите, как Алиска ворчит у нас, когда ее вытирает. Ой, ворчунья. А ты хочешь мокрой ходить и простудиться, да? Давай вытираемся. Не уходить. Где Алиса? Где она? Алиска, какие лапы большие, какая ты прям уже кошка настоящая даже, а не котеночек. Кто это такой пушистый? Кто? У кого такие лапки? У кого такие щечки? Мне реально кажется, ребят, что Алиса, ну дайте мне Алису-то показать, ну она какая-то такая пушистая, шерстка такая мягенькая у нее, пахнет от нее вкусно. Мне кажется, она сильно изменилась, а вам? Ну, в общем, подписывайтесь на наш канал, на другие мои каналы, ссылочки в описании, на наши соцсети, и скоро увидимся в новых видео.